Нет, там просто есть шмотка прикольная на проклятие. Она вместо того, чтобы минуту висела... А у тебя запы прокнули Навара, что ли? Ну, да. Там ебать. Есть чарка одна ебанутая, прям хочу. Без один запы. Я голый хожу, да? Пойдем. Ни одной чарки. По одному дергаю. Ноль чарок. И пушка крутая. Собаки сначала? А? Может, собаки начнем? Ну да, 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 тут прежде как по мне больше интересно, чтобы тактики закрепились. Вот и все. По мне собака вообще не тяжелая, второй тяжелее. Ну, смотря в каком плане. У нас у Ликана Шопа же есть, да, хилстый? Ну, типа, что там на собаке? Просто двигаться и от поездов мансить, ничего сложного. А там, если чуть-чуть заслакать, то все. Ну да. Ну, сейчас мы посмотрим. Опять же, я видел первый рейд ваш там это, который Войт вел. Как ничего сложного не было. Все падали. Не, ну потом там из отеля мы на той неделе. Ребят, я в принципе все знаю, можно здесь не заходить. Да-да, рассказывай. Не, такие люди меня раздражают. Я понимаю, не актуальный контент, тогда понятно. Но когда контент еще актуален, не заходить в Дискорд. В неактуальном контенте нужна гера, блять. Орешь шамана, шамана нет, шаман хуй пинает. Так же и с другом. Орешь БР, дай, блять, он не Алеша. И начинается вот это. Так что Дискорд по-хорошему, вот он везде нужен. Только на шок уже есть, да, хилстер? Не убали, бля, тут понятно, в какую сторону, блин. Сейчас 2 секунды приду. Ну, стресс, а ты же сделал, да, себе макро, этот аддон настроил, да, чтобы тебе этот показывался раскол? Да, вижу. Да, а че я его один стакаю тут? Я потому что слакаю. Да, типа я посмотрел, то есть на... То, на Халионе, то есть так или так. На Халионе? Да я видел, да я... Как тебе сказать, блядь? Я хотел посмотреть, будет молодой стакать или нет, который у нас новенький вара. Он не я будет. Я поэтому болт забил и все. В итоге оказалось, что стакал я и Святос. Я слышал, ты говорил. Метку, вы проебали раскол на боссе, то есть не такое вообще. Ну... Не, я вижу, у меня стоит в Толмивене этот, когда мы стакаем все это. Я просто забил и все. А, давайте. Нет, ну типа если, грубо говоря, сейчас не стакают, то что изменится потом? То есть надо сразу приучать к этому. Так, приготовились. Так, можно по тактике еще раз пройти, потому что я был один раз в 25-ке. Я потом смотрел видосы Славяна. Вот. Мне просто освежить и напомнить перед пулом. Ты милик или дальник? Милик, фурик. Постоянно двигаться твоя основная тактика. Нельзя останавливаться вообще. Так, кто был? Нет поездов вонсить. Вангой, он умрет первым. А, ну и когда под боссом появится белый кружок такой, от него сбежать и все. Можно меня перебивать не будете, хорошо? Просто, ну, типа я пытаюсь сказать, вы там что-то с вами рассказываете. То есть, ну, стрек, кстати, же дядь бегал, не бегал, ты не знаешь, что делать. Ну, был в 25-ке. А, ну все, то есть ты здесь, ну, тебе надо просто бегать, бить, уступать, сильно много ничего не надо. Тут будет гейзер появляться, в гейзер надо будет убегать, под босса не забегать, когда белая херня под него кастуется. И когда на тебя метка повешается, метку надо снести под танк или сбежаться всем милишникам вместе. У РДДшников, типа там,
Айвен сейчас там, проанонсит, если там надо будет куда-то сбежаться, разбежаться. Там тоже одна метка, вы сбегаетесь, да, остальные держите. Нет, без все в одном месте, и все. И просто бахаем. Нужный момент на поездах отбегаем, вот и все. Сделаем проще. Меньше бегать, не чисто дело, побольше ДПС. Ну хорошо, в принципе, у меня ДБМ, там все, GTO это есть, как бы сейчас ориентируюсь. Единственный вопрос тебе, а ты в 25-ке его убивал? Или да? Вышивал до самого конца? Ну, убивал мы его в 25-ке. Ты выживал до самого конца? Да-да-да, да блин, ты... у меня как бы нормально все там, блядь, с пониманием и так далее. Просто то, что один раз был, я уже немножко подзабыл, что было тогда. Тогда я быстро освоился. А вроде все готовы, давайте насчет 3 блядь, там. Ну. Раз, два, три. Там сразу стерео, да, или по мне, либо истории там. Вот стал, надо двигаться, двигаться. То есть не надо на месте стоять, ты стоишь на месте, ротация. А, все, будет. Это же ласт, понятно. Мы его не били в 25-ке тогда. Это... У нас же это, мы разошлись после двух вайпов. Либо прыгать надо, либо двигаться. Бегай, да. Бегай, бегай. Сейчас будет да. Сокрушающий удар под боссом, белый так охраняет. Мне надо будет отбежать. Вот, и чего надо отбежать. Так, сейчас у нас ценок подойдет. Сейчас будет метка, надо кашненько повешиваться, то есть надо будет лужи разливать и смотреть. Ага, хорошо, это поделили, отошли все от нее. Что у нас там получается? Через 3 секунды будет шпальный отстрел поезда, надо будет бегать от них. И выводи его оттуда, там, блядь, хуёво так нас, там, пиздец, блядь. Смотрите аккуратнее, в пустые забегаешь, те, которые другого цвета, туда не забегаешь. Все просто. Вот, ну ладно, типа бьем так. А чё ты умер? У нас танка умер. Ну сокрушающий удар, блядь. Ну белая хуйня, от него бегать надо. Чё? Я в лужах, блядь, ничего не вижу. Бежу, бегу, короче, рельсы ищу, блядь. Води из луж. Босс заслоняет всю эту видимость, короче, блядь. И там, короче, когда поезда, ты прям к стенке прижимаешься за танка. Там не бьет. А милики... К стенке могут прижиматься во время могут. Вот этого? Только двигайся. Прыгать надо, да? Ну, нет. Лучше ходи в стороны. Ты смотри, что другие игроки делают. Все да не, я вижу, я уже с пылы, в принципе, то посмотрел. Когда надо отбежать, и вот когда эти поезда, я понял, просто на второй поезд слишком рано забежал. Я сколько хочу уже просто приходить, закрывать, уходить, просто что-нибудь, блядь, каждый раз кого-то учишь, блядь, каждый раз кто-то умирает, блядь, понимает, там, просто какие-то, блядь, там, время идет. Ну так ты же не одними теми ходишь. Во время боя я прошу никого не разговаривать, кроме РЛ. Потому что его очень тихо слышно, он постоянно что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я его не слышу. А вот когда никто не говорит, его еще можно услышать. Как бы он меня что-то предупреждает, а я не слышу, потому что кто-то другой говорит. Других-то хорошо слышно. Просто надо замутать всех постоянно. А просто как бы тебя уже и так на максимум прибавил. Поэтому я не слышу, что ты говоришь, я тебе... переспрашиваю по 100 раз. Я могу децибелов накрутить, у меня будет микрофон шипеть. Тогда. Попробуй, может, это микрофон прибавить. Или придвинуть его поближе. Давайте, я даже фласт буркашный выпью, чтобы мы его быстрее убили. Так, ты сразу скажешь, когда там переходить дальше. Тебе не надо, ну типа ты смотри просто по себе. Вот ты вот здесь вот разлил, короче, до первого. То есть у тебя сначала будет белая хуйня, от которой надо отбежать под боссом, то есть сокрушение это. Вот сюда, ну, отбежал краешку. То есть потом на тебе появляется дебаф, который висит 15 секунд, и каждые 3 секунды спамит под тобой лужу.
То есть ты с этим дебафом вот здесь вот пару штук разлил, там одну, две, там три. И смотри, то есть перед, когда, ну, я скажу, когда будет шпальный обстрел, то есть поезда когда пойдут. То есть тебе надо просто выбежать сюда и развернуться ебалом, чтобы тебе самому же было удобнее видно, чтобы у тебя камера отдалилась, потому что в углу ее трудно отдалить. Чтобы ты спокойно побегал, здесь не попал, не сделал конфликт. То есть доливаешь последнюю лужу, и потом просто как только разлил лужу, выводишь, блядь, его вот сюда. Дальше, то есть вот сюда дальше выводишь, разворачиваешь, сам стоишь спиной к луже и разворачиваешь, чтобы мы его спокойно могли спину бить, чтобы нам было проще, чтобы, ну, чтобы мы по лужам не бегали, и нам было проще выбегать там сзади. То есть ты просто танчишь вот так вот, что, ну, держишь ебалом сюда, и в итоге получается, что мы стоим, должны быть, чтобы бить спину, стоять в ебаной луже, которая дамажит. То есть, они потом лужу перестанут, да, на мне? Они, да, то есть она на тебя дебаф висит 15 секунд, то есть ты смотри, как только дебаф закончился, то есть ты старайся срать их аккуратно, то есть не по всему полю, блядь, а аккуратненько рядом друг с дружкой разливать. Дебаф кончится, тогда уже беги, перебивай, разливай. Но вот единственное, что первый обстрел попадает вот под эти лужи, то есть ты будешь в лужах бегать, но тебе еще придется от обстрела бегать. Вот такая вот хуйня тоже надо. То есть ты можешь нажать зеленку и просто бегать по этим лужам, то есть никаких проблем это тебе не составляет. Обстрел. Там, если что, нажми не зыбку, то есть прожмись, там у тебя есть эта хуйня, которая 30% хп дает, или 15%, не помню, что такое. Не жалей себе, просто, ну, под эту хуйню отдал сейф, в следующий раз он у тебя уже откатится. Все готовы, на счет 3 давай пыляем. Раз, два, три. Чуть раньше. Сейчас будет сокрушающий удар. Там метки уже на тебя разливаются. Смотри, сейчас будешь кварный отстрел, через 5 секунд уже выбегает туда, чтобы его видеть. Все, все просто от босса отошли, сейчас будем просто бегаем, побегаем нормально. Никто не попадает в эту хуйню. В гейзера тоже никто не попадает. Смотрите, а, конфликт. Кто попал? Я словил. Бегать начал, нахуй дебаф, настакался. Это кто говорит? Хил говорит чуть-чуть. Тренировка. Да падайте. Как? Этот самый. Короче, смотри, объясняю. Вот шаман, ты был тут, нет? Смотри, вот ты когда умираешь, на тебе метка была. Ты встаешь, не вставать, ни БРов здесь не давайте. Значит, ты встал, на тебе метки нету. Но фишка в чем? Босс работает так, что на тебя будет кидаться вся хуйня. Вот на тебе метки нету, на тебя будут кидаться и фиолетовая, и зеленая. Но чем это опасно? Тем, что если люди с зеленой меткой, вот ты сейчас это стоял... Ты спиной к нему, он тебя быстрее убьет. Ты стоял рядом с людьми с зеленой меткой. Вот. И если люди с зеленой получают фиолетовый урон, или если люди с фиолетовой меткой получают зеленый урон, то вешается... А, нет, ну что ты резину? Я говорю, повернись к нему спиной, просто сдохни и все, блядь. Тренировка, блядь, тренировка. То вешается... Тренировка, блядь, время тянешь, тренировка. Прием. То вешается баф, проклять этот конфликт стихии. Вот он висит 5 секунд, и каждую секунду по 5000 по всему рейду бьет. Вот из-за этого тебе нельзя вставать. Вот. Не вставай. И зеленая метка, если кто забыл, над головой появляется. Зеленая метка — это 70 тысяч урона, ее надо разделить там. Или 2 человека, или 3 надо. Но 2 мы сейчас вроде не сдохли с тобой. Ты выбежал там. Вот. Нет, он умер. Мы вдвоем были, третий не забежал, шаман не видел. А как умер шаман, если не забежал? Ну, шамана, когда мы разлили, когда мы разлили, когда мы забежал у него, а вторые, в третьи рядом стояли, куколдили, смотрели, но не забежали. Вот и короче, он сдох просто от недохила. Он выбежал с этой лужи, мы разлили, там хп у него мало было. Просто он побежал, там немножко ешка его убила. Ешьте рыбу и гол. А когда мы здесь геру даем? Когда тактику будем исполнять?
Ну да, по идее. Да. Когда в метки будем забегать, когда будем разбегаться, когда не ловить будем. А то мы самые живые только в самом начале. Вы просто поймите, блядь, что здесь один кто-нибудь обосрался, блядь, и все сразу умерли. Не получится вас положить, блядь, просто спокойно убить босса. Ну хотя не, получится, когда у босса хотя бы будет процентов 40 кп. Вы же умрете, блядь, в самом начале, еще ничего не произошло, еще даже полкомнаты не засрано, вы уже дохнете. Все, все готовы? Давай, на счет 3, 5, раз, два. Погнали. На тебя уже на пол полежь. Истерию на историю кинь, я прожал это, блядь, свою берсу. Уже на тебя выкинь. Да. Ты поздно сказал. Я понял. Ты световую жагу перебиваешь? Ты на ману не убиваешь там все? Карник. Скажешь секунду до 5, как убегать. Сокрушающий сейчас будет, уже можешь отбегать и чилить. Вот смотри, гейзеры, видишь, же из гейзеров надо выбегать. Блядь. Изи. Нахуй я менял? Сейчас будет шквальный обстрел, уже можешь из угла выходить оттуда. Блять, ну аккуратнее, блядь, пожалуйста. Блять, они... Вот ты сильно выбегаешь, ты пиздец опять нахуй засрал просто всю площадку. Ну там, говорю, аккуратненько выбежал, просто развернул его прям в этой же луже, блять. Чё ты, нахуя ты из него выбегаешь, блять, я не понимаю. То есть мне просто в ней стоять, что ли, она под... Да просто, ну, блядь, стой просто лево-право бегать. Ты одну лужу, блядь, разлил, ты можешь в трех стоять, ты же ДК, господи, тебя, блядь, не убьют мне. Плюс мы еще в десятке. Ты опять бежишь, блядь, засираешь всю комнату и не даешь, блядь, бегать тем, кто там стоит. Они, блядь, вышли, стоят, ждут, чтобы бегать нормально. Ты, блядь, вышел, засрал твою комнату. Вот эти фиолетовые метки надо по углам, да? В самый край раскидать. Аккуратненько. Ну, да, для танка в идеале, да. По углам просто бежишь и по углу бросаешь, чтобы туда люди... Смотри, ты смотри, я его, ты говоришь, отводи его, выходи из угла. Я выхожу из угла, пячусь назад, да? Подо мной льются лужи, и он же в них заходит, и вам не дает ему зад бить. Да, блядь, там поезда, мы его не бьем, мы в поездах бегаем. Тебе надо просто, блядь, спокойно его постоять, подержать, а потом, когда поезда закончатся, вывести и поставить, все. То есть, ну, пока поезда, его никто не бьет, все, блядь, бегают в поездах. То есть, ну, зачем его там... Я говорю, ты просто, я же, ну, уже три раза сказал, говорю, ты его просто вышел сюда сам просто, вот здесь, чтобы ты просто видел, ну, вот примерно вот здесь, где, видишь, у меня вар стоит. Вижу. То есть ты побегал по поездам, по этим меткам прям можешь бегать, там зеленку отдай, не зыбку отдай, то есть первый. Потом, соответственно, просто его сюда отвел, чтобы он выбежал из лужи. И сам вернулся вот сюда спиной к луже, встал просто и стоишь, ну, столбишь, чтобы мы там спокойно его спину били. Можешь его поставить сам спиной к стене встать, вот его поставить спиной вон туда, в сторону РДДшников, так тоже пойдет. Но не спиной в лужу, чтобы, ну, урона больше. Я его поставлю, я ничего не буду видеть. Ну, видишь, так, да, поэтому я говорю, ставь его так, чтобы тебе можно было видеть. Окей. А у тебя, Саня, показывают, да, все отчеты на этом боссе? Ну, я когда там какие-то, да. Отбегать и там, тогда, да. Там очень много, блин, всяких умений, которые показываются, там половина вообще не нужна. У меня ничего не показывает, не вижу. Я тебе говорю, все, куда будет. Ну ладно, татуем. Блять, тебе просто вот этого босса оттанчить, дальше там у тебя АФК босс, там никуда не делать. Счет 3, попаем. Раз, два, три. Замерз, что ли? Да. Агро, агро, агро. Сейчас будет сокрушающий, из гейзеров вышли. Ой, блядь, еще я угодно. Блядь.
Хилы дотягиваются там, когда ты выкупаешь? Да, там нормально. Перед я сокрушающим всегда гейзер, да? Не всегда, тут все рандомно. Он сейчас вышел, сейчас будет обстрел. То есть вот в этом месте прям бегай, просто зеленку можешь нажать сейчас, когда будет идти. Сейчас на тебе уже дебаф должен быть закончиться. Все, просто побегали нормально по этим. Все, не беги дальше. Все, сейчас просто выведи его, поставь, чтобы его бить можно. Сокрушающий аккуратно. Вот, вот так, да, и все. И стоишь, просто чилишь. Только маленько из лужи выйдешь, чтобы в ней не стоять, ты прям в луже стоишь. Так, сейчас, по-моему, у тебя опять метка повешается, да. Сейчас метка, то есть тоже маленько постой там, ну, в одном месте, и потом начинает водить его. Сейчас сокрушающий будет, отходи. Сам, чтобы под сокрушающий не попасть. Ты сейчас сдохнешь от сокрушающего. Ну, я этот прожал, блядь. Все, выводи на чистую, чтобы можно было ДДшником и лишником. Сейчас, его последний. В лужу. А смотри, сейчас будут еще гейзеры под вами, тоже аккуратнее выберите из них. Не попадайте в лишники. А сокрушение. Не зыбко. Сейчас будет обстрел. Бля. Че, конфликт что ли? Да. Кто понял? Вообще, блять, я путаюсь с этим конфликтом ебаным. Появляются эти поезда. Там проносится вот эта энергия. Блять, когда на РДД был, заходил в эту в одну, не ловил его. Сейчас ловлю почему. У меня все что-то я путаю. Может, Гира с пула, то у нас шаман не доживет до Гиры. Ну, хотя бы, ну давай попробуем сейчас хотя бы победно убить его, что ли. А если в стену упереться, он же не будет? Алло. Если в стену встать, там же не будет же он? Че не будет? Поезда заливать. Ну, это пофиксили, телефон может. Раньше был такой бак, сейчас пофиксил. Там вернуться-то? Делов-то? Типа там реально нечего поворачиваться просто. Да мы можем без рыбы, зачем тратиться на это? Ну давай, пацаны, можем без рыбы, действительно. Какой вайбас надо убивать? Там если, смотри, если вот вздыхают, кто там, на стресс... Хотя бы на стресса уберите, пускай он в противоположной стороне постоит, посмотрит просто. Чтобы вам места было больше отбегать. Нет, сейчас нормально будет. Не, я смотрю, вот там последний тик, одна секунда, можно отбежать прямо от босса и эти гейзеры разлить далеко от босса. Скажите, вот эти гейзеры, как она называется? Типа, я вот единственное не знаю, как она называется, этим гейзер. Это активация тьмы, взрывающая активация эффекта меткой тьмы, но освещение урона от магии. Ну там тики, вот у тебя в дебафах тики такие идут. За каждый заряд нет. Нет, это не то пальто. Вспышка тьмы, взрывает вспышки тьмы радиусом под каждым. Да, вот это вспышки. Выделение меткой тьмы. Вспышка потом они заканчиваются, вспышки. Они заканчиваются гейзером на место. Да, все, у нас вспышка тьмы называется. Я вот сейчас убежал от босса, и здесь в стороне этот гейзер появился подо мной. То есть над каждым игроком метка появляется, и от него вот эта вспышка образуется. Раз, два, три. Погнали. Что, Гера пошла? Да, давай, Гера. А костерея кому? Хистори или мне? Да, ему. А? Ему. Ну все, пойдет. Да.
Это будет сотрясающий удар, аккуратнее. Смотрите, там маленечко отбегайте уже. Отошли. Все, бьем дальше. Сейчас будет вспышка тьмы, смотрите, сейчас будет опять гейзеры. Надо будет от гейзеров отбежать. Маме, блин, да? Или нет? Чуть не пойму, по-моему, вспышка тьмы же она называется, правильно? Вот сейчас смотри, под тобой уже развиваются. Сейчас будет сотрясающий. Поезда, поезда. Поезда и сотрясающий еще аккуратнее. То есть после поездов будет сразу сотрясающий. Бля, я конфликт отдал. Ебать того копать. Да я близко к вам стоял. Почему? Это я близко стоял. Какой-то урон от вас получил. Ваня, скажи, в чем проблема, блядь? Ну почему ты опять? Ты нормально засираешь угол, а потом просто выбегаешь, блядь, в середину. Ну, метка кончилась, я стал выбегать. Ну ты смотри на себе эту метку, она на тебе 15 секунд висит в дебаф, глянь, просто закончилась она, не закончилась. Закончилась, беги уже туда, спокойно переводи. Ты бежишь, блядь, и просто засираешь всю комнату. А потом, а в этот момент там люди бегают, люди бегают от поездов, уворачиваются. То есть они наступают в эти метки и получают лишний урон. То есть либо они начинают их оббегать и попадают в поезда, потому что, блядь, у них там тоже разрыв шаблона происходит. Давайте пока, может, без рыбы. Там одновременно же он, как там, сразу и на мне метка пропадает, и начинается этот, ну, рельсы идут. Нет, там рельсы идут в тот момент, когда на тебе эта метка висит первая. Я же выбегаю, чтобы видеть. Ну ты выбежал, и все, и двигайся влево, вправо. То есть все убежали дальше чуть-чуть, а ты на одном месте. Стоишь, тебе говорю, прожми зеленку, блядь, в зеленке, прям по лужам, блядь, побегай в зеленке. Не зыбку отдай, она тут больше нигде не нужна, кроме как вот, чтобы тебе самому и для себя прижимать. Да это я в лужах-то не гоню за лужи. За то, что за конфликт я цепляю его, не вижу. Вот РТДшники, вы еще в Долорану бежите, бегите, потом с меткой хуй до вас добежишь, там будет дебаф. Там 8 метров Стана. Дистанция всего, 8. Сейчас бежал. Ближе, держитесь. Я тут раз стан словил из-за того, что бежал в метку. Блять, в два раза еще бегите. Оба, давайте всем на места встали. Слышишь? Слышишь, Биг Дэмэдж, ты поставь на себя какую-нибудь метку и за спину к нему забеги, когда рельсы будут, и чтобы он по тебе сориентировался, как двигаться на на поездах. Он поймет. Там нас, конечно, ну ладно, давай попробуем. Давай, значит, три гуляем. Раз, два. Три. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу использовать эту способность. Сокрушающие будут. Но стресс тебя касается. Смотри, аккуратнее, блядь, не попади. И гейзеры. Из гейзеров не выбегаем, в сокрушающие не попадаем. Все, молодцы, блядь. Этот уровень мы прошли. Сейчас следующий. Оп-оп-оп. Вот это. Тут метку вроде под танк. Ничего, почилим. РДД пусть бьют, все, пускай он там сейчас разорвет нормально. Смотри, сейчас будет шквальный обстрел, вот сюда вот выходи, видишь, где я квадратиком бегаю, вот. Вот сюда выходи, здесь просто лево-вправо бегай. То есть все, дальше не забегай. Все, вот сейчас выводи его, просто разворачивай спиной. Ну, чуть-чуть выведи и разверни там, чтобы мы его бить могли. Все, пойду. Ну. Верни к луже. Ты чуть маленько ближе туда подойди, чтобы место экономить, потому что нам еще бегать потом будет следующие поезда и все. Вот так пойдет, да, все, держи так его. Не сильно компактно, но в принципе смысл понял. У меня ДБМ сломался, я не вижу нихуя, короче. Бежали. Смотрите, там этот. Ну, тут все понятно. То есть тут времени хватает выбрать из гейзеров, времени сокрушающего. У меня просто, ну, что-то забагалось. Я не вижу отчета. Вывожу.
Все, давай, на тебя метка повешена, сейчас пару штук кидаешь там под себя, 2-3, то есть потом еще зеленку можешь прожать, еще побегать, то есть там можешь не зыбку отдать, то есть, соответственно, там только не замерзнем, ведь замерзнешь, сдохнешь. Все, теперь выводи, ставь его жопой к нам, блядь, и мы спокойно его дальше мутузим, блядь. Сокрушение. Бежали, отбежали. Не зыбку одна. Поезда скоро поезда. Давайте сейчас поезда будут, да, потому что готовьтесь, ну, не попадите, то и все. Блин, замечательно просто. Все, ботса, блядь, 28%, блядь, просто добить все. Чего я умер, блядь? Ой, следи за миликами, не подойти. Я за РДДшниками посмотрю. Не, типа, я просто умер от обычных тиков доты, то есть, ну, меня ничего не убивало. Ну ладно, пусть не добивайте, пробуйте. Короче, меня просто не прохилили. Сокрушение, отбежали, да? Все, маленько подведи его, сильно ты далеко, да, его тут ближе к мужу. И все, и бегаешь быстрее. То есть тут уже, в принципе, РТД добьют. Даже если всем лишним ты сдохнут. А Юми как умер? Сокрушение. Отбежали, отбежали. Все, давайте, там ведь осталось. О, лям всего, хп. Смотрите, аккуратно, сейчас, скорее всего, будут поезда, и вместе с поездами будет сокрушение. Поезда, поезда, поезда. Смотрите, надо ближе к стене, чтобы никто под конфликт не попал. То есть, потому что... А, нет, сокрушение на следующем. Попал под конфликт. Так отходите от них. Не прохил просто. Да как так? Пробуйте добить, добить пробуйте. То есть просто прохильте, Вайда прохильте, Люпсиня, Шамана. И ты же, Сыви, тоже жми, все, что есть, нажми, пожалуйста. Да танк словил, да? Конечно, там, то есть, если после этого вдруг бомбу сдохнет. Пиздец, блядь, как так можно? Кто не здесь бьет, кто бьет? Да-да-да, у нас он Войд бьет и Шаман бьет. Сейчас добьют они. Ой, бля. У меня и бабла не, у меня бабла не было. Я, по-моему, я надеюсь... зашел в конфликт вместе. Пояса хуй, да, спасибо, тапки блядь. Тапки писали, походу, для этого. Смотри, похищение души, ГЦА. У него, уже да. У него уже вторая чарка на ШП, это что? У кого? У Вупсиня. Это у Варлока, по-моему, Варлоковска. А, это Локовская. Это Локовская, сори. ГЦ Лок. Кристалл ну, ему это... сразу отдавайте, пускай апает. Да, типа, он у меня на граблоте, поэтому это все, сейчас встаем. Да, кристалл дайте ему, чтобы он сразу апнул, наделал, то есть нормально. Мне единственное, надо один кристалл, мне надо, мне пухо валяется, 58-го, мне надо, блядь. Вставайте, чё, что... бегите, бить. Все, пойдем на второго, второй, блядь, для тебя это вообще, это просто будешь... Это все рыба. Мы рыбу не поели и убили. Слышишь, чё по второму тебе скажу, что все, который... этот календарь есть, там есть часы такие, тыкни, там появится таймер. Вот, когда пул босса начинается, таймер нажимаешь, запускаешь. По таймеру, короче, он в тебя каждые 20 секунд кидать будет... удар, который вот он тебя станет, ты будешь на месте стоять, ну вроде способности можно юзать, и он, короче, будет вокруг на 15 метров, он будет ауешить миликов. Это может быть критично, ну не знаю, в 25-ке точно критично. Вот эта хуйня и выйдется панцирем антимагическим. То есть ты на первый обязательно дай, потому что там будет одновременно с дыханием эта хуйня. А дыхание, оно каждые 30 секунд, ну примерно. Вот, но эта хуйня тоже точно каждые 20 секунд. То есть поставишь себе таймер, запустишь с пула, главное, запускай точно пул в пул. То есть. Вот, понял, да? Ну, глаза убей. Там это, там, по-моему, можно, если рейндж набрать, она может не уешить по миликам. Ну, это либо район, миликам собственно отбегать. Танк не отбежит, если он уже будет остановлен. Не, там не отбегать, там просто по мелике просто маленько подальше. Ну, короче, в десятке она особо не дамажит, он просто может стоять на месте. Главное, если в него пойдут эти, надо будет отбежать. Ну, если гаврики в него поедут. Бля, че я умираю, бля? Че за хуйня? Меня вроде никто не бьет, а я умираю. Беги быстрее, наверное.
А в три хила, да, будем проходить? Да, в три пойдем сейчас. Пекленника нашел, да, тоже. Можно, конечно, два попробовать. Разулю, а потом... Не-не-не, в три давай. Я все, у меня болезнь, я бегаю туда-сюда, как бы, вдвоем буду. И у меня тоже. Так-то ничего сложного, когда вот ты начинаешь вникать в все нюансы. Ну, вот видишь, иногда гейзера не видно. Понимаешь, люди как играют вообще. То есть, если вот весь рейд будет понимать, что в данной ситуации делает и танк, и милишники, и РДД, а не только свою роль, то будет намного проще играть, то есть, всему рейду, потому что люди будут знать, что кто делает, то есть, и ориентироваться проще. А у нас половина людей знает только, блядь, свою роль, и все, они на другую садятся, ничего не шарят. Че тут? Здесь, короче, смотри, сейчас метку поставлю. Поставишь его примерно... Ну, короче, примерно вот сюда спулишь, сюда его поставишь. Ну, сам в синюю станешь, короче. Ебалом к рейду вот сюда к нам, к дверям поставишь его. А милишники, короче, сзади босса стоят, бьют. РДДшники вы здесь, то есть по... Центр не засирайте, то есть где-то вот в районе по краям, да, встаньте, то есть по краям этой решетки, да, со стороны вот там зеленые и фиолетовые метки. И все, а милишники, то есть, он кидает этих гавриков, которые идут на самую дальнюю точку, то есть он может их кинуть как на РДДшника, так и на милишника. То есть, чтобы на танка не кидалось, нам надо будет просто отбежать, вынести куда-нибудь. Фу-у-у-у. Поставили. В свою сторону. Короче, я стою ебалом к рейду, он к вам задом. Короче, до 50% просто мутузим босса, вообще никто ничего не отдает. Единственное, под вами сфера появляться будет. То есть вот если появится такая вот большая сфера, она в таргет ее взять нельзя, она просто рядом с вами лежит и уешь. То есть если вы от нее отойдете, то она весь рейд убьет. То есть если вы стоите рядом с ней, она бьет только вас, и рейд не уешь. То есть вот если сфера появилась, вы стоите рядом с этой сферой, касается РДД. То есть если идет большой круг, вот такой как на сужение и на расширение из-под босса, там вон, в три этапа, короче, проходит. Да. Затих. Ну, да. Давай. Ну, там вот пишет, что РДД только там два человека, то есть можно не распинаться. Ну, по-моему, на прошлом КД этому, да, имен такую же чарку выбили, да? Да, такая же чарка была, только на запад. Только на запад там, да. Ну все, давайте, готовность. Мне теперь да, запад стали. Для меня объяснение. Я его там стою, держу и потом... Просто стой на месте и бей, все, блядь. То есть, было, да, это ничего там. То есть потом, когда там уже после 30% будет, если вокруг тебя сильно много засрано вот этими сферками, которые дамажат, ну я думаю, мы и зауешим, маленечко его там отведешь, то есть, ну и в бублик надо будет зайти. То есть все то же самое, что и за ДДшника. Если там по сейвам, короче, до 50% ничего не отдаем, после 50%, короче, Айвена дашь мастерауру на тьму, то есть когда там, ну, не, я скажу, короче, под, там, примерно на 40, на 30, когда будет дыхание, то есть надо будет отдать мастерауру, потом ДК дашь незыбку, потом Айвена дашь массакру, ну, я думаю, к этому моменту мы даже будем убить ее. А, нет, давай ДК незыбку не отдавай, незыбку отдашь, когда мы будем в бублике заходить. То есть три хила. Да, в три хила, незыпку на бублика, то есть на ивент тогда на твоих сейвах живем. Там... Дальше. А, мастер, у нас у рарника еще. Давай сначала ивент отдаст мастерауру, потом рарника даст мастерауру, а потом уже массакру отдадим. Уже говорить, когда первый мы отдаем, второй он. Стараюсь. Здесь... И это не забывайте, погружение во мрак все заходят, и танки, и хилы. Да, да, да. То есть бабл не помогает. Все, а еще трипляем. Раз, стоп, два. Стоп. На шамана смотри. Че шамана? Элем. Шаман, что ты не спекнулся в хила? Может, не услышал. Он слышит? Чего? Чат читать надо. Изон, рыбу поешь, восстанавливай ману. Геру даем когда? Рыба стоит, ешь. Шаман спросил. Геру где-то 30% там. Геру я скажу, когда дать. То есть вначале не даем, то есть дадим ее примерно на... Ну, давай на 40%. 40, да, 40 лучше. 40. То есть на 40% запулим Геру и даем боссу. Либо после этого погружения во мрак зашли, вышли и сразу Гера. Все, шаман спекнулся, да? Считаем до трех. Раз... Два. Он написал стой.
Блять, я пот выпил, но. Ну все, пуляй, пуляй быстрее, пока пот не кончился. Я просто фул ДПС в босса, пока можно дамажить. Заметка без ликвы. Так, смотрите, сейчас на лишнике, сейчас следующий этот надо выбежать будет. А мне не надо. Ты стоишь на месте, можешь просто зеленку отдать или ключик что-нибудь такое прожать, там не сильно надо мажить тебе. Дыхание. Мне надо будет реловнуться, наверное, после этого боя. У меня ДБМ, блин, сломался. Смотри, гаврики сейчас... Полипала идут. Полипал, беги, там развивай, то есть как-то лови. Не бегайте. 47%. Сейчас бублики будут. Так, шаман, давай Геру. Смотри, сферы пошли. Вот эти сферы надо будет, если что, кливать, если они под боссом появляются. Так, смотри, под босса выбежали, черная хуйня. Все, вернулись обратно, бьем. Так, дыхание, давай вот на следующее дыхание равно дашь мастерауру. Давай я на следующее дыхание. Дал. А, ты сейчас дал. Давай на следующее дашь мастерауру туда Эвейн. Хотя нихуя, давай массакру, короче, на следующее дыхание, блять, там будет хуя урон. К бубликам, подошли к бубликам. Пока еще, ну, рядом просто стоим, если касс начнется. Сейчас дыхание, давай массакру. Из черной хуйни выбежали. Блять, убил. Я еще нажал. Погружение, зашли. Блять, прохилите, заебись будет. А хилов нету. Не, ну в целом все заебись, только у меня ДБМ не работает. Ну у меня ДБМ работает, это вообще халява, босс, когда у тебя отображает, когда съебываться надо. Ну всем все ясно, я думаю, стало. Вот здесь на бладыкашнику отдать этот. Вот. Не зыбко. Не, да, там не умерли зыбко. Еще до того, как мы зашли. Но... Не, вот я умер, короче, от дыхания. Сейчас, короче, еще сфера взорвалась. Выйду из игры, короче, полностью все перезагружу. Весь ДПС, блядь, забагался, и ДБМ забагался. Сильно сломана игра.